в жизни бывают моменты, которые хочется запечатлеть. И современная техника нам в этом очень даже помогает. И Китай. Сегодня мы будем рассматривать минералы под микроскопом. Здравствуйте! Сегодня мы будем обозревать вот такой отличный USB-микроскоп. Вот такой девайс мы имеем. У нас тут ножка-подставка с регуляторами, ручка-хваталка, в которую он просто вставляется, и сам микроскоп. Также в комплекте крышечка. Через эту крышечку ничего не видно, поэтому при работе с микроскопом ее надо открывать. Регулятор увеличения и довольно длинный USB-шнур с регулятором подсветки. Подключаем наш шнур, загорается подсветка, микроскоп определился. Поставьте драйвер Lenovo Easy Camera, ссылочка в описании под видео. Давайте поставим камень под микроскоп и покрутим ручку фокусировки, дабы нам настроиться на хорошую картину. Микроскопом камень выглядит достаточно красиво и явно радует глаз. У него очень приятный цвет. Возьмем второй минерал, слегка уменьшим подсветку. И покрутим ручку настройки. Перед вами селенит под классным микроскопом. Захватывать видео лучше всего программкой VideoPad. У нас тут есть рекорд, рекорд видео. Выбираем нашу камеру. Блин, майка! Вот интегрированная камера ноута. Вы меня можете лицезреть. А вот наш микроскоп. Выбрали девайс, все good. От себя хочу добавить, что штука в хозяйстве крайне полезная. Ссылочка на него в описании под видео. Вот такой стенд можно легко и спокойно сделать. Еще есть возможность записи видео, с возможностью записи аудио поверх видео микроскопа, что вообще отлично. По мне просто шикарно. Аппарат классный. Он реально очень нужный в хозяйстве. Платки диагностировать всякие. Самое оно. Вот мой палец. А я с вами прощаюсь. Тыдынкайте этот чертов колокольчик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Бай-бай.